друзья, я вам показываю бухту Золотой Рог. Вот недавно в бухте Золотой Рог появились новые какие-то заморские животные. Вот, с виду вот напоминает вроде собаку. Но плавает. Представляете? Дышит водой, видите, голову даже не поднимает. Скорее всего, она дышит не водой, а соляркой, потому что вы видите, из чего состоит вода в бухте Золотой Рог. Представляете? И вот так везде, вокруг всех пароходов. Понимаете? Это пароходы поставляют такую воду. Знаете, вот она проточена, идет мимо нашего корабля к другому кораблю. Собачка вот, не можете напомнить, подозрительно не шевелится. Даже вот лапами не дрогает. Скорее всего, она попила водички из бухты Золотой Рог и отравилась, и сейчас вот плавает. Их мертвая, спокойная. Я слезу пустил, мне жалко собачку. А представляете, если бы человек опустился в эту воду, случилось бы то же самое, наверное, что и с собачкой. Вот посмотрите, откуда вот все это плывет, а? И вот так нескончаемо. Я бы вам на другой борт зашел, вы бы там вообще в обморок упали. Вот смотрите, от парохода до парохода. Вот такая хорошая морская водичка. Ну, вы видели морское животное типа собачки. Это в бухте Золотой Рог только водится, больше нигде. Кстати, в турецком Золотом Роге, в городе Стамбуле, я там бывал, там такое не водится, там собаки не плавают. Турки съедают собак. Понимаете, они даже до воды не доходят. А у нас узбеков выгнали, собак некому стало есть. Представляете? И вот они стали от горя, несчастья топиться в бухте Золотой Рог. Вот эта собачка тоже похожа. Ходила, ждала, пока ее съедят. А ее никто не хотел есть. Вот она от обиды взяла и утопилась. Ну ладно, а то у вас слеза у всех навернется, как и у меня. Короче, спасите бухту Золотой Рог в городе Владивостоке. В Владивостоке живут гринкаковцы. Представляете, лучшие в мире гринкаковцы. До такой степени закакали бухту, что мне даже стыдно вот вам ролик снимать. Собачка, кстати, какого. Вот, всего хорошего. На ночь этот ролик, пожалуйста, не смотрите. У кого слабые нервы, вообще не смотрите. Извините, что я не предупредил вначале. Но я пошел, у меня уже слезы льются. Дождем прямо, представляете? Все, не могу. До свидания.